У Гомельской области распачалася оздоровленчая кампания. Некоторые дитячие лагеры на днях расчинили дверы для отпочивающих. Некоторые еще рыхтуются. У сёлетнем становище оздоровленчие лагеры повинны забеспечить детям максимальную безопасность. Про то, как у худким часе сустрэне гостей установа «Сожский берег» – наш наступный сюжет. Оздоровленчий лагер «Сожский берег» у Чонках – установа с богатой историей. Тут отпочивали поколения детей и подлетков. Видовочно, 2020 год для лагера особливый. Пандемия коронавируса перевернула жыццё супрацоўнікаў «Сожского берега». Тем не меньше, яны паспяхова справляются с головной на сёння задачей – узмацнить меры безопасности. В связи с эпидемиологической ситуацией мы примем только 100 человек. В каждом корпусе мы уменьшили в два раза детей, чтобы ребенок была площадь занимала где-то 6 квадратных метров. Лагер будет закрыт для сторонних особ. Выключение – батьки. Але сустрэться с детьми яны смогут только на КПП установы. Выкарыстанне антисептичных сродков и масок – важнейшая умова, але не одиная. Один из методов – это дистанцирование детей, чтобы не проводить массовых мероприятий в закрытых помещениях, больше находиться на улице, спортивные мероприятия. И будут мероприятия проходить в большей степени внутриотрядные. Смена у лагеры почнется 27 червеня. Установа практически готова до приема гостей. Супрацовники упевниваюсь. Принятые обмежования, как застерегши детей от небеспеки, ніяк не поуплывают на насыщенность и разностайность отпочинку. Наша смена будет называться «Новая волна». Мы не отстаем от традиций нашего лагеря, потому что наш лагерь с очень многолетней историей. У нас ежедневно проходят линейки. Вот, кстати, вот здесь, вот на открытом свежем воздухе. Ежедневно у нас проходят спевки на открытой летней эстраде. Мы заботимся и о здоровье детей. У нас ежедневно проходят зарядки, спортивные мероприятия. Это различные спортландии. И все это, конечно же, готовит наш дружный, профессиональный коллектив. За годы працы Сожский берег доказал свою запотребованность и популярность. Место привабливает судовной природой, свежим поветром, утульностью и займальным баулинем часу. Навод подчас приемки лагера сюда приходят батьки разом с детьми, как доведаться. Ти не поздно еще записаться. Сейчас каникулы, и мама хочет меня отдать в этот лагерь. И уточнила, как сюда попасть, и попросила номер телефона, чтобы узнать. Что тебе здесь понравилось? Расскажи в двух словах. Ну, чем он тебя привлек? Мне понравилось все, что там написано, ну, как, во сколько просыпаться, что там будет. Мне понравилась обстановка здесь, что здесь так хорошо, здесь деревья везде. Этим летом у регионе плануется организовать отпочинок для амаль 50 тысяч детей. Сёлетняя оздоровленчая кампания доказывает, эпидситуация не может сапсовать школьникам летние каникулы. Головное – пильное ставление до здоровья, как своего, так и у всех, кто побач. Миколай Скинтьян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».